Керриган, перед тем, как мы прыгнули, Гиперион засек многочисленные сигналы кораблей Доминиона. Они двигались к поверхности планеты. Тебя там ждет теплая встреча. Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в компанию StarCraft 2 Heart of the Swarm. И это у нас, по-моему, третья миссия под названием «Встреча». Только что было нарисовано, что нам доступен новый юнит. Это королева, может быть, сейчас нам что-нибудь построить дадут наконец-то. Для максимально эффективной добычи ресурсов требуется по 3 рабочих на каждый веспиновый гейзер и каждую минеральную друзу. Ну ладно. Достаточное количество рабочих — ключ к созданию мощной армии. Сканирование поверхности. Обнаружены войска Доминиона и улей зергов. Да. Тут должен был остаться старый улей. Меня больше волнуют доминионцы. Земля — это воздух. Доложите обстановку. Воздух! Мы развернули базу и скоро подготовим дракенскую импульсную пушку. Нас понял. Сбивайте все оставшиеся корабли, которые выйдут из-под пространства в этой области. На связи. Отбой. Эта пушка испепелит корабль Джима, как только тот появится на орбите. Джим даже не успеет понять, что произошло. Курс на улей зергов. Мне нужна армия. Ну, наконец-то. Сейчас мы уже повоюем. Я чувствую присутствие разума, который управляет этой стаей. Кто ты? Моя королева. Меня зовут Нактул. Я одна из матерей стаи. Ты создала нас, чтобы эффективнее управлять роем. Теперь ты вернулась к нам? Я не возвращалась, и я не твоя королева. Но чтобы уничтожить пушку тиранов, мне нужна твоя стая. Прямо сейчас. Большая часть стаи сейчас со мной. Но прежде чем подкрепление доберется до тебя, пройдет время. Высылай. Мы должны уничтожить эту пушку до прибытия Джима. Тем временем я приготовлю этот улей к битве. Доминионцы, скорее всего, уже выследили мой корабль. Они ищут меня. Ну, наконец-то. Так, первым делом... Помню ли я еще что-то к чему? Берем побольше. Для начала мне нужно мутрождение. Для начала нам нужны рабочие. Ну, вот рождение — это такое дело. Защита у нас кое-какая здесь есть. Зараженные терны. Окей. Чувствую, нас сейчас будут нападать. Может быть, не сейчас, но все же будет. Так и хотят, чтобы я прям этому рабочему сказал. Ладно, построить омут рождения пусть будет. Блин, с куском ресурсов пошел строить, гадина. Нам продержаться нужно 15 минут до прибытия подкрепления. Давайте продолжаем строить. Сначала рабочих, наверное, побольше. Мы обнаружили Керриган. Она окопалась на базе зергов. Мы отправляемся туда. Высылайте подкрепление. Доминионцы нашли нас. Теперь они не успокоятся. Окей. Мы можем, кстати, построить королеву. Есть ли смысл? Есть, наверное, смысл все же. Давайте построим. Повтори. Что клево, то что жизни восстанавливаются у наших защитных, я не знаю, турельки как-то. Так, у нас много. Уже почему-то на самом деле. Да, помню. Они мутируют из рабочих. Ага. А вот это вот плёточники, окей. Это Керриган. Так, ну королева. Блин, у королевы нету. Сюда пришли войска Доминиона.
Они загнали часть моей стаи. Нету породить личинок, к сожалению. Ну ладно. Нам будет построить... Да, надо строить надзирателей. И минералов больше нужно. Да, да, лампочки нам ваши минералы. Ну, раз нам говорят поставить сюда плеточника, то давайте поставим. Это Керриган. Так, хорошо. Надзирателя мы куда-нибудь, не знаю, куда, неважно, куда поставим, пусть себе тусит. А, давайте начнем добывать газ, пожалуй. Хотя я не знаю, нужен ли нам газ здесь, в этой миссии, но... Может быть, можно и обойтись и... Одними зерлингами, допустим. Кстати, почему? Давайте мы с Сарой Керриган пойдем... Мы на одной волне. Повоюем. Скопление минералов, прикольно, можно забирать. Сейчас мы... Иду. Всех поубиваем. Перебью всех. Да-да-да. У вас бы пачками, конечно, собрать было бы удобнее. А то по одному стрелять что-то как-то неприкольно. Ладно, поехали, ребята. Давайте сначала сюда. СМ будет добываться с максимальной эффективностью. Если отправить в экстрактор трех рабочих. По-моему, всю мою пачку зерлингов уже убили. Нет, еще не все. Окей. Давайте мы сейчас сюда как раз придем. У нас там как раз минералов куча насобирается. И готовимся, готовимся. Хорошей такой интенсивненькой атаки. О, это другое дело. Поехали, поехали, ребят. Да, я слышу тебя. Отлично. Хватит прятаться. Сражайтесь за свою Все, идем. А тут у нас... Иду. Хотя давайте поломаем эти здания. Почему бы и не поломать? И тем временем строим побольше рабочих и зергов тоже. Почему-то у нас много личинок. Ну, вроде так их много не должно быть. Ну, раньше не было, да? Ну, ладно. Так, один, второй и третий. Вот вроде как-то так. Так, мы поломали, нет? Ага, эти штуки не ломаются. Ну ладно, я хотел все разрушить. Нет, можно, конечно, класснуть атаку, по идее. Силы Доминиона наступают с севера. Так, нужно... Давайте сначала перебазируемся вот сюда. Войска тоже сюда отправим. Войска. Если это можно называть войсками. Так, тут мы можем быстренько... Восстановили боевые единицы, если строение 25 здоровья. Окей, давайте вам восстановим вот этой штуки ХП. Не знаю зачем, но пусть будет. Ох, у нас там, ребят, много неприятных таких. Но мы со всеми справились. Блин, клёво. Раньше они так вроде не трансформировались. Иду. Окей, у нас уже стая на самом деле довольно большая, но я думаю, огнеметчики быстренько справятся с этими ребятами. Готово. Давайте Сарочку на двоечку поставим. Ага. Да. Что такое? Отлично. Цель опознана. Вот, как-то так, они да. Ну, где? Снимает предохранитель. Не успел. Ладно. Прочесываю территорию. База Доминиона хорошо укреплена. Да но ничего, мы сейчас всех тут, я сам всех поубиваю. Продвигаюсь к цели.
Может быть, базу не убью я сам, конечно, но вот этих ребят мы сейчас оформим. О, у меня закончилось. Не заметил, да, что у меня мана закончилась. А, ну, у меня есть уже подкрепление. Все, все, Сарочка, давай возвращайся. Да, жалко, мана у тебя восстанавливается медленно. Еще раз вот так вот мы их поднимем, и отлично. Еще одна королева. Все, строим теперь на все. Может пойти базу Доминиона уничтожить, а? У нас еще целых 7 минут, почему бы и нет? Давайте попробуем. Сейчас мы соберем еще войск. Готовы к бою. Вот этих вот мы королев на защите базы оставим. Построим еще парочку вот этих плеточников. Сюда одного, допустим, да? Да и хватит пока, наверное. Бою движутся многочисленные войска Доминиона. Ну, тут тоже, наверное, надо оборону оставлять. Не хватает. Так, королева, королева, давайте. А, они сами лечат, прикольно. Я даже не знал. Вообще здорово. Да. Но мы тут немного-немного проигрываем. Зергей, а, блин, я понял. Ну ладно, в принципе мы отбились, сейчас мы пойдем, пока у нас сейчас передышка будет небольшая, мы сейчас пойдем вынесем базу Доминиона. Да, все отлично, вроде бы пока что. Чтобы нам хватило надзирателей, нужно избавиться от вот этих вот ребят. Давайте их на двоечку, а Сарочку на единичку, так будет более правильно. Все, поехали, ребята. В этой пещере тоже остались зерглинги. Поднимаю всех. Отлично. Вот этого. Да что ж такое, Кью? Как-то неудобно. Все, все, все нормально. Или это не база Доминиона была? Да нет, это база. Отсюда вон к нам приходили. Их не войска, так что мы от них уже избавились. А надзирателей, да, хватает. Ресурсов у меня дал, да, просто вообще целая куча. Столько и не нужно. Так, Сарочка. Смотрим, чтобы нашу Сару не убили. О, отлично. Так, отходим, отходим, отходим. А теперь подходим. Отлично. Пока он трансформировался, мы его быстренько разобрали. Давайте сначала бараки их не уничтожим. Остальное там. Да. Это я уже такое тебя. Дело. А, нам все равно, блин, нам все равно надо было через эту базу идти, да? Ладно. Поняла. Давай, Сара, идем потихонечку дальше. Оставим этот домик на память. Отлично. Ух. Отлично, да не очень. Все, отступаем, отступаем, отступаем. Все, мы теперь можем отступать. Тихо, 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 тихо. Сарочка, давай, отступай. Прочесываю территорию. Я вступила в бой с противником. Куда ты вступила? Домой давай, возвращайся. Отлично. Разобрали. Так, спасти попавших в ловушки. Блин, надо идти спасать зерлинга. Давайте на все строим. Черви уже в пути. Окей. Три, блин, три минуты осталось. Нет, надо идти вот так. На двоечке, да? Давайте... Здесь поставим.
чтобы сразу наши зерлинги сюда пришли. Да, я слышу тебя. Сарочка, Сарочка, как бы тебе ману восстановить? Так тебе нужно. А пока пусть ребятки развлекаются, а мы это пойдем немножечко пройдем вперед. У нас осталось 2 минуты, чтобы вот как раз... О, все. Мы на месте, мы готовы. Говорят, кнопочкой А пользоваться, да? Так. В принципе... А, нет, нет, вот сода это плохо. Давай, 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 отлично. В принципе, хорошо. Давайте, а, маны недостаточно, вот тут это жалко, это плохо очень, да очень плохо, ну, все, мы теперь не успеем, да, третий улей освободить, если бы у нас маны было побольше, отступаем, отступаем, это плохо, надо, ребяток, вот этих, немного помучать. И мои черви Нидуса прибудут с подкреплением. Иду. Сколько там? О, отлично. Поняла. Супер. Мне не нужна армия. О, а вот это... Хорошо. Вот это уже плохо. О, нормально, мы в принципе... Есть у нас шанс справиться, хотя... Хотя, наверное, сейчас там всех опять перебьют. Так, Сара. Ага, Сара. Одна Сара осталась. Отступаем, окей. Блин, не успеем. Наверное, не успею. Хотя, может еще у нас время будет после того, как прибудет подкрепление. Вот эти королевы к нам тут очень кстати. Они нам помогут продержаться против воздушных юнитов. Ну да, у нас только строить. Это Керриган. Марш, прошу. Только строить зергов и все, в принципе, больше нам тут ничего не остается. Тут построить пачками. Может, ману восстановят мне, а? Нет? Наверное, нет. Давайте пока. О, кстати, кстати, часть зергов уже там. А, в любом случае, мы уже не успели, да. Игра сохранена. Подкрепление прибыло, ладно. Королева, моя стая прибыла. Она в твоем распоряжении. О, давайте теперь отлично. Последнюю базу уничтожим. Теперь и освободим третье логово. А, ну нормально. Как раз. О, тут он свора какая. Мою всеми войсками одновременно. Так. Ага, кнопочку нам сделали, чтобы управлять всей армией. Но нам это не нужно. Пока что мы пойдем сделаем вот так вот. А, кстати, мы уже пришли, да, здесь? Ладно, окей, давайте. По-простому. Наши войска атакованы. Наша Сарочка. Еще больше зерлингов. Зерлингов, зерглингов. О, вот это кишлово. Вот это да. Блин. Продвигаюсь к цели. Иду. Отлично. Цель. Разорвали его. Уговорите F2 выбрать всех. Ну окей, поняла. Поехали. F1 у нас. Да, F1, F2, F1, F2. Ну, в принципе, можно и так попробовать. Ладно.
будем учиться. Так, а что у нас здесь? А, здесь мы были в самом начале. Хорошо, ничего интересного. Все наши войска уже пошли. Очень успешно даже раздолбали полностью все здания. Вот это стая, вот это я понимаю. Рой. Иду. Мы на одной волне. Надо как-то, наверное, просто поняла. Бинды перебить на более привычное и удобное управление для меня. А то как-то... Неплохо. А ну-ка еще раз F2, вообще толпища просто. Ужасная армия. Мост у нас закрытый был, или я что-то не понял, зачем нам, зачем мы сюда пришли? Ну, раз надо, значит надо, раз можно. Где-то Сара потерялась немножко в этой толпище. Не будем пока что сливать ей ману лишний раз, тем более все равно у нас все более чем успешно идет. Вот это да. Сейчас королев просто толпища такая. Вот, порядок. Вот это я понимаю. Все, теперь можно идти. Выносить основную базу. Нам вроде бы уже, да, тут... Да, тут мы всех поубивали. Отлично. Снимаю с предохранителя. Хорошо. Вот тут, кстати, мы как-то не очень правильно идем. Нужно зергов, зерлингов вперед отправить, а потом уже всех остальных. Там взлетел даже. О, еще. Еще подкрепление. Вот это да. Все. И еще червяк. А, или это червяка убили? Нет, это червяк еще один вылез. Так, Сара. Сара, ты у нас. А, хотя он тут... А, уже не важно. Уже все, мы уже выиграли. Блин, я не добил вот эти домики. Идем, идем, идем. Надо же всех поубивать. Нет, я хочу всех доубивать. Жалко. Пушка уничтожена. Драны бегут к своим кораблям. Уничтожить всех. Да. Живых не должно остаться никого. Да, теперь я вижу, что наша королева на самом деле вернулась. Убить драгов. Королева, ты права. Я словно перестала быть собой. Надо выбираться отсюда. Мы будем ждать твоего возвращения. Фух. Прошли. Строение уничтожено до прибытия Нактул 11 из 32. Да, я, блин, столько ачивок не сделал. Разрушьте 15 сооружений против, блин, 4. 4 домика не успел разломать. Спасите всех до того, как прибудет. А, да, тоже не успел. Ну ладно, кто же знал. Кто же знал тогда, ну, неважно. Заново переигрывать я не буду. Ачивки это не то, зачем я гонюсь. Главное, что мы прошли сюжет. Проходим. Сейчас посмотрим еще один ролик к следующей миссии. И закончим. Джим, ты меня слышишь? Джим, где ты?
Я на месте встречи. Тут никого. Я думала над тем, что ты сказал. Во мне живет тьма, Джим. Ты нужен мне. Мне нужно, чтобы ты услышал меня. Это на Джима не похоже. Немножко так, совсем. Дамы и господа, мы прерываем эфир, чтобы передать срочное сообщение. Вчера в ходе успешной военной операции был пойман повстанец Джим Рейнер. Сразу после допроса он был казнен. Император Менгск заявил. Граждане Доминиона, наконец-то этот кошмар закончился. Террорист Джеймс Рейнер мертв. С его смертью наступает эпоха мира. Протосы покинули пределы Доминиона. Угроза со стороны зергов ликвидирована. Рой обезглавлен и разбит. Вскоре мы истребим всех оставшихся на чаре зергов. Одним словом, это победа. Мир и безопасность восстановлены. Спите спокойно, сограждане. Менгск. Система навигации включена. Курс территория зергов. Подтвердите. Подтверждаю. Но Джима не могли убить, это подстава по-любому. Он не мог так взять просто и умереть. Ни с того, ни с сего. Перелет, выберите планету. В перехваченном сообщении Доминиона говорится, что Рой раскололся. Мать стаи по имени Нафаш отправилась со своим выводком на ледяную луну Калдир. Согласно последним донесениям, там есть и протосы. С большой долей вероятности Нафаш сражается с протосами за главенство над Калдиром. Считается, что ее стая состоит из высокоразвитых и очень опасных зергов. Гидралиски. Мои любимые гидралиски. Часть зергов осталась на чаре. Ими управляет мать стаи по имени Загара. В данный момент она ведет бой с силами Доминиона под командованием генерала Ворфилда. Вот операция, это тоже интересно. Ладно, мы пойдем потихонечку, наверное, начиная с обычных тараканов, гидралисков, а потом уже к гиберлингам и аберрациям. Но это уже будет следующая серия. Да, ребят, всем спасибо за просмотр, всем пока.